В новом помещении еще чувствуется запах краски, но уже совсем скоро здесь начнут работу 26 окон приема и выдачи документов. Сюда смогут обращаться все жители Красноглинского района Самары. Это социальное направление, предпринимательское направление, услуги пенсионного фонда, услуги Росреестра. Ну, полный спектр услуг, которые мы оказываем, он будет оказываться и здесь. Всего до конца года в Самаре откроются 6 новых отделений МФЦ в дополнение к уже имеющимся двум. Таким образом, общее количество окон обслуживания составит 211. Это позволит обеспечить шаговую доступность государственных услуг для жителей всех районов города. Мы при большой поддержке правительства Самарской области, которое оказывает нам финансовую помощь для реализации этих проектов, мы обеспечим исполнение указа президента, согласно которому уже в текущем году 90% граждан должны быть обеспечены возможностью получать услуги через единое окно, через вот такие многофункциональные центры. Все новые отделения МФЦ откроются до конца декабря. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов, События.